Всем-всем большой привет! Хочу показать свои баночки, которые накопились, пустые баночки, за февраль месяц, ну и начало марта. Если кто-то ждет четкого, ясного, лаконичного обзора, то это не ко мне, потому что я болтушка, я сейчас все равно буду просто на свою любимую тему болтать долго. Поэтому у меня обзоры больше такие болтательные, удовольствие я получаю, в общем, от этого. Ну, давайте начнем с пены. В этом месяце закончилось аж два флакончика. Первый от Avon, пена для ванн. Снеговичок. Мне прислала его Леночка Никандрова. Леночка, огромное тебе спасибо за него. В этой пене моя любимая клюква и апельсин. Очень обожаю такие ароматы. Пена замечательного такого позитивного цвета была. И вообще пены от Avon, они самые лучшие. Если вдруг есть те, кто не пробовал пену от Avon, обязательно купите, она вас порадует. Единственное, я люблю, когда пены побольше, поэтому лью чуть-чуть побольше и в ванну продукта. Вторая пена приехала из Москвы, от Катюшки Минченковой. Катенька, спасибо тебе большое, большой тебе привет. Это пена от Crazy Zoo. Детская пена для купания и аромат винограда. Эту пену очень любил мой ребенок. У меня многие знают мальчика. Она уже зеленого такого приятного цвета. Тоже прекрасно пенилась, хорошо в ней купался. Говорит, все понравилось. Пены много получается. Но тоже он любит погуще, чтобы была пена, поэтому льет тоже чуть-чуть побольше. Дальше. Из Москвы далеко не уйду. Ксюша Станкевич. Ксения, спасибо тебе огромное. Привет тебе большой. Ксюша мне присылала вот такой замечательный, позитивный гель для душа. Это Milk Sweets. Вообще, когда она мне прислала этот гель, у меня была тогда просто вот большая-большая хотелка. Очень хотелось что-то попробовать из этой серии. У нас в городе я не могла найти. Уже позднее нашла. Но нашла и подарила. Но с огромным удовольствием эта позитивная баночка меня радовала. Гель для душа пах вкусно бананом. Он был чуть-чуть жидковат, поэтому расход был чуть больше, чем из густых гелей. Но здесь 500 мл, поэтому с огромным удовольствием пользовалась. Прямо очень понравилось. Спасибо, Ксюша, большое. Кому-то эти гели не очень нравятся, потому что жидковатые. Ну, для меня это была не проблема, просто лила чуть побольше на мочалку. Если далеко от гелей тоже не уходить. Из Тюмени от Оленьки. Оля, огромное тебе привет. Это наша тюменская фея. И большое спасибо вот за такие две малышки. А ты, Фраше, гели замечательные. У них разница в аромате. Тут один был с ежевикой, второй груша с чем-то. В любом случае, ароматы на любителя. Мне очень понравилась больше ежевика, но груша тоже приятная была и сладкая такая. Спасибо, Оль, тебе большое. С огромным удовольствием использовали. Мы такие гели очень любим с ребенком напополам делить. Половина его, половина моя. И поэтому удовольствие получаем вдвойне. Для волос. В прошлом месяце, в феврале, я покрасила волосы вот этой краской от L'Oréal Casting Creme Gloss. Я на этой краске уже года полтора, если не больше. Мне кажется, это одна из лучших красок, которые я вообще пробовала. Вообще, это лучшая из тех, что я пробовала, но одна из лучших, наверное, существующих красок. Остальные я слишком хорошие не пробовала, которые есть. У меня цвет морозный каштан. Хочу отметить экономность этой краски. Во-первых, она наносится на влажные волосы. У меня волосы сейчас длиной ниже лопаток. И одной такой упаковки хватает на всю голову. Я уж не буду... Тут, кстати, меня красит муж. И перчатки, которые входят в этот набор, они только на женскую ручку. Одеваются очень маленькие перчатки. Входит в состав два вот таких средства. Кремовая текстура и... Как это называется? В общем, то, что надо смешать.
вот эти две основы, и наносится уже из горлышка, откручивается и наносится вот из такого маленького носика на волосы. Меня красит муж, он легко справляется со всей моей длиной. Краска замечательная, ее даже остается, то есть не надо сильно экономить. И хочу этой краске отметить вот такой бальзам. Этот бальзам на несколько раз, за один раз я трачу вот так, потом еще на два раза. Я вам его покажу сейчас просто, что он отличный, просто замечательный бальзам для волос. Но в пустых баночках его не будет, потому что тут еще осталось, и я его дотрачу, использую. Вот, то есть краску вообще рекомендую. Цвет держится хорошо, хватает, ну, до следующего окрашивания, когда отрастают корни. Цвет хорошо держится, вообще отличная краска. У меня с ней волосы не секутся, блестят и хорошо себя чувствуют. Дальше. Закончилась вот такая пара для волос от Этноботаника. Это компания Faberlic. Блеск и шелковистость. Она идет, эта пара, для окрашенных или лишенных блеска волос. Вообще эту пару покупала моя мама. У нее волосы жирные, быстро жирнятся. У меня волосы нормальные, и понравилась эта пара нам обеим. И маме, и мне. Бальзам вообще хочу отметить. Мои длинные волосы, которые вообще склонны к спутыванию, очень хорошо потом расчесываются после этой пары. Единственное, хочу сказать, что я слышала отрицательные отзывы, поэтому я так думаю, на любителя. Я вот любитель оказалась, моей маме тоже очень понравилось. Ну и также я слышала хорошие отзывы, когда люди хвалили и говорили, что замечательный бальзам и очень нравится. Ну, поэтому каждый может тестировать уже сам. От Faberlic также закончился у моей мамы вот такой шампунь для жирных и нормальных волос. К нему еще идет бальзам. Эта линейка с экстрактом клюквы кудесницы идет. Я, например, когда трачу, у меня бальзама больше уходит. У мамы волосы короткие, у нее шампунь первый заканчивается, бальзам еще стоит. Поэтому второй шампунь она открыла точно такой же, а бальзам продолжает использовать. Хорошее вот это средство, она его любит и покупает вновь и вновь в компании Faberlic. Прям вот, наверное, что вот эта линейка, что вот эта у нее в любимчиках. Всегда возвращается к ним. Мыло от Faberlic. От Faberlic мыло вообще замечательное. Что для рук, что кухонное. Прямо могу оды пить постоянно. Достаточно густое. 1-2 нажатия. Намыливает хорошо, пенится хорошо, смывает хорошо. Вообще, ну я не знаю, аромат, там линейка с ароматами большая, от кисленьких до приторных. Дальше. Оля Крюкова, Оленька, привет тебе и огромное вот за это спасибо. Вы знаете, вот на этом я хочу средстве просто остановиться. Fresh Sweet, я так понимаю, называется. Никогда в продаже не видела, я не знаю, что это вообще за марка. Где, Оля, ты это купила? Но это такая классная вещь. Это апельсиновый Fresh Scrub, скраб для тела, сахарный. Вы знаете... Вот сейчас у меня просто слюни опять потекут, я его вообще нюхать не могу. Ощущение, что здесь просто концентрат вкусного, у меня уже слюни потекли, прямо вкусный, сладкий, сочный апельсин, причем апельсин южный, настоящий. Он еще на сахарном скрабе, вот ощущение концентрата. У меня как-то был скраб, тоже вот такого цвета ярко-оранжевого, но там аромат был неприятный для меня. И я прям вот этот цвет в минус отнесла. Говорила, что вся стоишь рыжая, как чунга-чанга, намазанная вот этим вот цветом. В ванну все это льется рыжая, некрасивая, на шторках висит, на стенах висит. Здесь, вы знаете, ощущение было, что вы этим апельсиновым соком, концентратом этим натираетесь. Это такое удовольствие, что вы рыжие, что это все пускай брызгает, на это обращать внимание вообще даже не обращаете. Поэтому классное средство. За аромат прощаешь все и прямо понравилось. Увижу, если вдруг, куплю снова.
Ну как снова? Первый мне вот этот подарила Оленька. Но если я такое увижу средство в продаже, обязательно куплю. Голос ко мне почти вернулся. Девочки, все равно немножко еще говорю так тяжеловато, поэтому прошу прощения, осипший голос остается пока. Еще одно средство для ванны. Это тоже Оля Крюкова мне присылала. Оля, спасибо. Вот это очень классное средство. Мне оно понравилось. От Фитокосметик, санаторий дома называется. Можно его проводить курсом. Вы знаете, тут даже написано курс процедур для хорошего настроения, самочувствия. Омолаживающая маска, козье молоко, мед. Входит, действительно пахнет медом, молочком, вот таким медовым. Обещает питать, увлажнять кожу, восстанавливает упругость, разглаживает, подтягивает, способствует омоложению. Ну, надеюсь, все это так и произошло. Вышла я молодая и красивая из ванны. Тут надо было вот это вот средство в ванной, как пену, размешать и 15-20 минут лежать. Честно, лежала 20 минут, получила арома удовольствия. И я очень люблю после ванны, после мытья наносить на себя крем. Кожа не нуждалась, в принципе, в креме. Но я все равно нанесла, потому что люблю я это дело. Так, для волос еще показываю в пустых баночках. Наконец-то закончился вот такой восстанавливающий комплекс для волос. 3 в 1. Здесь 8 ампул. Давайте поближе покажу. Это от домашних рецептов. Для окрашенных и поврежденных волос. Огромное спасибо хочу сказать Викуле. Викуле Оленевой из Рыбинска. Викуле, привет тебе большой. Очень мне понравились вот эти ампулы. У меня до этих были тоже от домашних рецептов. Но там чуть-чуть другой. Ну, в общем, примерно то же самое делают, но масла другие. Тут масло миндаля содержит, оливы, а там вот чего-то другое было. И вообще хочу сказать, девочки, не пренебрегайте вот такими вот средствами. Хотя бы раз в неделю, в 2 недели. Ну, я раз в 2 недели делаю такие вещи на кожу головы, на корни. Чтобы луковицы питались вот такими маслами, одной ампулы достаточно, чтобы распределить ее по волосам, ну как по, не по волосам, а по коже головы. И ваши волосы вам скажут спасибо. У них и рост лучше, и они становятся крепче, и нравятся волосам. Я уже на протяжении долгого периода использую такие ампулы. У меня девчонки надарили много, и я ими стараюсь не пренебрегать, чтобы раза 2 в месяц обязательно это было у меня. Также хочу отметить еще одно средство, которое у меня в уходе за волосами просто обязательное стало. Если хотите, чтобы волосы были красивые, то обязательно нужно еще следить за кончиками волос. Независимо, секутся они у вас в хорошем состоянии. Это средство от Avon. Я хочу сказать, что эта сыворотка от Avon отличная. Она, можно сказать, даже не бюджетная. 200 рублей она стоит. Ну или около того в Avon. Сыворотка для сухих кончиков волос. Она запечатывает волосики, не жирнит, не утяжеляет. Ну, естественно, если не переборщите. Отличная сыворотка. Сейчас ее переиздали. Я вам даже сейчас ее покажу. Она теперь выглядит вот так. В такой коробочке. Вот такая симпатичная. Стала еще красивее. Как только у меня она закончилась, я сразу открыла следующую. И с огромным удовольствием буду пользоваться снова ими. Так, я про волосы еще не все. В этом месяце у нас что-то с волосами прям. От Оли Крюковой приезжали ко мне 2 вот таких еще шампуня, вернее, 3 их было. Один я истратила чуть раньше, от Клоран. И приезжали от нее вот такие 2 маски для волос от Фитокосметик. Одна идет для поврежденных и окрашенных, вторая для всех типов волос. Давайте я про них немножко подробнее расскажу. Использовала я сначала вот эту пару. Шампунь от Клоран шел питательный и увлажняющий. Он подходит больше для сухих волос. Вот здесь вот видно. И использовала вот такую увлажнение и питание, тоже яичная маска. Вы знаете, это просто спелись вот эта вот парочка. Шампунь оставил волосы очень мягкими, приятными.
так как он напитал и увлажнил, вот прямо, мне кажется, такой шампунь можно использовать даже без маски. Он неплохо работает, особенно если волосы короткие. Я уже говорила, что у меня волосы нормальные, поэтому мне подходят, по сути, для них и для сухих, и для жирных волос, когда я беру что-то. Маски тут было достаточно на всю мою длину. Она была густая такая, приятная, легко распределилась. И вот после этой пары я легко расчесала волосы. Вторую пару я использовала уже вот такую, тоже шампунь от Clairan. Она уже подходит больше для жирных волос. Здесь написано. И маску я брала вот эту, для поврежденных и окрашенных волос. Про маску хочу сказать то же самое, что она была достаточно густая, белого цвета. Хватил ее также на всю длину. Тут, кстати, объем достаточно большой, 30 мл. Это, ну, хороший объем для маски. Так вот, эту вот пару я использовала после того, как делала на волосы масла. Потом я после этих масел смыла шампунем, который сделал у меня на волосах гнездо. Очень пересушил. И я думала, что эта пара сработает так же, как и та. Но не учла, что тут уже для жирных волос. И сильно не выровняли они как бы мою проблему, то, что вот первый шампунь наделал вот это гнездо. Стали волосы помягче, но все-таки... Лучше такие вот средства использовать индивидуально, то есть вот этот шампунь, не после других каких-то, ну вы поняли. То есть надо было, конечно, сухой шампунь вот таким разбавлять. В целом работал тоже хорошо, вот это, ну работала вот эта пара неплохо, если использовать именно для жирных волос. Понравились. Вот этот больше. Для моих волос понравился вот этот больше. Он такой кремовый, а второй прозрачный. Дальше. Закончился крем от Payot. Вот такой. Я его брала на фармакосметике, когда мне предлагали товар на обзор. Мне очень хотелось попробовать дорогой крем для области вокруг глаз. И тогда я заказала вот это. Давайте я вам покажу, что обещает производитель. Тут посерединке я не буду уже зачитывать, но тут он обещал бороться с признаками возрастными, убирать даже... Так, если важно, тут вот тоже информация есть. Убирать и отечность, и даже темные круги под глазами. Вы знаете, в целом мне этот крем понравился. Он белого цвета, густой. Я его буквально там вылизала. Конечно, можно еще отрезать там, дочистить, потому что это дорогой продукт. Для моего кошелька он очень даже дорогой. Мне понравился. Вообще, когда возраст уже переходит какой-то рубеж такой, ну, после, например, 35-40 лет, то за областью глаз хочется особо следить и беречь. Там за каждую, за каждую морщинку борьба идет. И поэтому такие вещи, ну, очень радуют. Я хочу сказать, вот пока я полгода им пользовалась, мне нравится, как выглядят мои глаза. То есть я не заметила, что что-то прибавилось за эти полгода. Или что-то там убавилось. Ну, глаза, в принципе, остались прежними. Морщинок не прибавилось. Поэтому думаю, что этот крем работал. Потому что время уже как бы против меня работает. И как ни крути, но старение все равно происходит. А такие вещи берегут. Хоть немножко, но берегут. Паста, зубная паста от Сплат. Долго хвалить не буду. Хорошая паста, это, как мы говорим, рабочая лошадка. Она не термоядерная, но при этом дает небольшое такое отбеливание. И очищает тоже хорошо. То есть вот с утра до вечера хватает нормально. Даже она подходит, вот у меня ребенок спокойно ей пользовался, 10-летний. У ребенка почти закончилось, вот он дотратит и уже выкинем. Из серии Астронавтик зубная паста от Faberlic 6+. Я думаю, что от Астронавтиков это у нас последняя паста, уже 10 лет.
И зубки уже почти все поменялись. А вот эта паста подходит, когда есть и молочные, и уже постоянные зубки. Вот. Но мы уже переходим с ним на более постарше возраст. То есть он, конечно, и фруктовыми пользуется, но уже которые для взрослых фруктовые. Но время от времени обязательно один раз там в неделю отбеливанием он тоже уже пользуется, чтобы зубки чистенькие были и белизна не терялась. Вот. Но это для детей неплохая паста с приятным таким ароматом клубничным. Так, крем для тела. В этом месяце я использовала два, но я о них расскажу по очереди. Первый приехал ко мне от Оленьки Ткачевой. Оль, привет, тебе я еще не передавала. Спасибо тебе огромное. Это крем-суфле для тела от кафе красоты. Знаете, этот крем я хочу с одной стороны похвалить, но поругать вот эту вот бутылку. Крем сам замечательный, он легко распределялся, маленькое количество было нужно, чтобы хватило на все тело, то есть мне вот этой вот баночки хватило раза на три, а тут 50 мл. Но, чтобы его оттуда достать, я вообще не знала. Ну, единственный вариант был, конечно, разрезать, но я подумала, как я вам тогда покажу, если я это все дело разрежу. Я и трясла, и стучала, и там какой-то палочкой пыталась изъять. Ну, в общем, зачем кафе красоты засунуло такой продукт в такую тугую банку? Я не поняла. Но сам продукт, когда я его оттуда выковырила все-таки, был хороший. Действительно, крем-суфле. Аромат груши приятный такой, прямо нежный. Весной пахло. Сам крем хороший. И второй крем от Yves Rocher. Это тоже из Тюмени от Оленьки. Оля, спасибо тебе большое. В нем 30 мл. Тут уже очень удобная туба. Она прямо вот мягенькая-мягенькая. Хватило этого крема мне на 2 раза. Я его даже пробовала наносить на руки. Очень хорошо увлажняет, питает руки. Как ночной крем для рук. Мне кажется, он вообще бесподобен. Для тела он тоже очень-очень хороший. Это от Yves Rocher. Хороший крем. Прямо он мне понравился. Нужно чуть-чуть и хватает на все тело. Также мне Оленька из Тюмени присылала вот такой тоник. Вообще она мне прислала целую линейку от Green Mama. Я ей активно пользуюсь, но единственное, что это Green Mama удивляет объемами. По 300 мл у них. В общем, огромные объемы в их средствах. Поэтому это первое, что у меня закончилось. Все остальное еще долго-долго буду тратить, потому что помногу. Классный тоник. Он подходит для сухой и нормальной кожи. У меня зимой нормальная кожа, поэтому вообще очень подошла. Аромат, ну тут написано земляника, череда. Я аромат особо вообще не чувствовала, чтобы вот он отличался. Ну земляники точно нет, может быть чередой прямо отдаленно так немножко пахнет. Хороший тоник, вообще вот беспроблемный тоник. Умылась, если даже там гель для умывания чуть-чуть подсушил кожу, после тоника все тонизировано, все хорошо, и просто наносишь крем для лица. Но я иногда даже крем для лица не наносила. Либо легкую сыворотку, либо просто вот эти термальными водичками побрызгаешь, и вот этого у меня вообще достаточно бывает. Для глаз обязательно, а вот для лица не обязательно у меня получалось. Голос садится. Прошу прощения, я еще пока подкашливаю. Давайте от Ольги тогда далеко опять же не уйду. Тоже от Оли приезжал. Вот такой крем для рук от Yves Rocher. Аромат клюквы тут был. И миндаля, кажется. Так. Да, миндаль. Клюква и миндаль. Оля мне присылала гель для душа и, ну, бальзам для губ и крем для рук. Гель для душа у меня уже закончился, и вот сейчас закончился крем для рук. Аромат мне больше понравился в геле. В креме для рук он слишком, ну, как мне показалось, слишком насыщенный. В течение дня нормально хватало, а на ночь вот как-то, вот, знаете, в нос немножко било.
Но это, мне кажется, мелочи. Аромат – это мелочи. Сам крем неплохой, если его прямо немножко наносить. Он работает на увлажнение. Если переборщите, то руки влажными становятся долго. И ничего делать не сможете, пока не впитается. Кто-то даже ругал этот крем. Одна девочка говорила, что, по-моему, выкинет даже, потому что прям руки мокрые. Но если не переборщить, то, в принципе, нормально. Он работает. И увлажнение он дает. Вот. На ночь вообще неплохое средство. Неплохой крем. Второй крем. Вот такой. Это Корея. От Оли Крюковой тоже приехала. Девчонки меня так избаловали. Сегодня я всю Олям хвалу пою. Вы знаете, что меня удивило? Вот если посмотреть, видите, они одинаковые. Но в этом 60 грамм, а в этом 75. Не грамм, а миллилитров. Да, в этом 60, в общем, миллилитров объем. А в этом 75. То есть корейцы схитрили, объем сделали большой, а крема там поменьше в тубе было. Но вот этот крем вообще классный. Молодцы Корея, вот тут правда реально написано Корея. Оля, спасибо, он беспроблемный. Немножко на руку наносишь, быстро впитывается. Чуть побольше, погуще нанесла, на ночь это питание хорошее. Очень хороший крем, прямо понравился. Вот этот очень понравился. Ну и дизайн такой прямо приятный. Рука к нему тянулась. Вот. Вот такие два крема у меня закончили за последние месяца два, наверное, я вот с ними. Так, для лица закончилась имбирная вода такая. Она идет с серебром. Тонус и здоровье кожи 50 миллилитров. Мне эта водичка приезжала в коробочке New Beauty Box, вот в таком. Очень приятно. Сначала я не могла привыкнуть пшикать на лицо, прямо пшикала на ватный диск. Потом мне стало жалко, что все-таки ватный диск в себя впитывает какую-то часть водички. И я стала все-таки пшикать прямо на лицо. Единственное, сейчас я вам откручу, и вы поймете. Вот. Вот если закручено, видите, где заканчивается... А, нет, вот так. Вот. Вот так заканчивается вот эта вот трубочка, и до конца она не дотягивалась. И последнее мне приходилось все равно тратить на ватный диск, потому что трубочка слишком короткая. Там больше сантиметра не дотягивается. Почему сэкономили, непонятно. Ну вот, тем не менее, понравилась мне эта имбирная вода. Лицо после нее тоже было такое приятное. И никакого крема мне не хотелось на лицо наносить. Вот после этой воды вообще никакого крема мне не нужен был. Дальше закончился от Avon шариковый дезодорант. Это Cherish. Хороший дезодорант. У него очень большой шарик такой. Приятный аромат Cherish. Многие знают, что эти дезодоранты влажные. И надо ждать, когда впитается подмышками. То есть стоишь, действительно растопырив руки, когда этот дезодорант впитается. Вот это нужно подождать. В остальном он работает неплохо. С моими проблемами он справляется. И если вот утром я, например, нанесла, до вечера я проблем не знаю. То есть бывает так, что в течение дня хочется обновить, но не потому, что этого требует организм, а просто у меня привычка такая. Рука тянется за шариковым дезодорантом и хочется обновить. Дальше совсем коротко. В фикс-прайсе покупала вот такую жидкость для снятия лака. Отличная жидкость. Тут аромат не очень приятный. В составе вот этот этилоцетат. Это не ацетон, но тем не менее вот он пахнет невкусно. Смывает отлично все лаки, даже с блесточками. Вообще нравится. Жалко, что сейчас их не возят, а так бы обязательно купила. Давайте еще, не устали? Я все хриплю. Давайте я вам покажу, чем я занималась целую неделю еще. Тут я тоже хочу огромнейшее просто спасибо сказать Оле Крюковой.
вот за эти 7 масок от Виленты. Они еще очень такие привлекательные. Давайте я вот так вам полистаю, вы посмотрите. Маска для понедельника после длительного рабочего дня. Давайте я буду просто листать вот так, а вы сами прочитайте. Позитивный вторник против плохого настроения. Так, во время просмотра сериала «Легкая среда». Активный четверг для лица после занятий спортом. Пятница зажигательная, маска для лица перед вечеринкой. Где тут суббота? Романтическая. Перед свиданием. И правильное воскресенье для полного релакса. 7 дней я делала каждый день такую маску. И эти же 7 дней каждый день я наносила вот такую сыворотку. Это сыворотка от Clarins. Мне ее прислала Оленька Ткачева тоже. Их было там 7 штук. Ровно на каждый день. Тут она была двухфазная. Не знаю, как вам видно, не видно. В общем, здесь вот видно, да, границы. Надо было вот так сложить, тут отрезать. И выдавить на ладошку, перемешать между собой обе эти две фазы. Одна была как масла желтенькая, вторая была прозрачная гелевая. Ну, вот сам флакон, наверное, выглядит вот так, как здесь изображен. И, в общем, 7 дней после маски я обязательно делала вот такую сыворотку. Давайте я вам прочитаю, что здесь обещают. Ну, здесь написано согнуть, оторвать, нажать, смешать. Я так и делала. Это инструкция. И сейчас на русском языке давайте я вам покажу вот эту инструкцию. Вот такая она комплексная, омолаживающая. Я во влоге показывала и говорила, что буду использовать. Вы знаете, мне очень понравилось, вот как я неделю этим всем пользовалась. Почему еще понравилось? Усложнилась задача моя тем, что я сильно заболела. У меня была температура, и я выглядела больная не очень. Но так как я уже начала, я дотратила до конца и использовала, даже будучи во время болезни, не стала останавливаться. После болезни я сделала макияж. Я выглядела очень-очень свеженько, красиво. Мне так понравилось. Вот реально вот не скажешь, что я болела. То есть выглядела очень хорошо. Мне очень понравилась вот эта вот неделя. Ну, прям бьюти такая неделя. И болела, и лечилась. Также в течение месяца я использовала вот такую маску. Катюшка Минченкова мне ее присылала. Она интересная. Гель-маска написана, клюквенный сок, 15 мл. А она обещает, так, не знаю, вам видно тут или нет, ну тут и отечность, по-моему, снимать обещала она, очищать, делать кожу более бархатной, нежной. Меня очень удивило, когда я отрезала, там действительно вид, ну вот она была настолько жидкая, как сок. И надо было просто лить водичку эту на руку и наносить на лицо. Пока сидишь 10, по-моему, минут тут надо было сидеть. Пока сидишь, она полностью впитывалась, ну, высыхала, потому что это же водичка получалась. Она полностью высыхала. Потом я ее смывала. Когда смываешь, чувствуешь, что все-таки это на тебе остается липкая такая текстура-то. И хватило мне вот этого пакетика на 3 раза. То есть в течение, ну, может быть, дней 10 раз в 3 дня я делала. И мне тоже понравилось. Вроде бы, на первый взгляд, водичка, ничего такого. Сразу смыл там через 15 минут. Но через 10 дней мне лицо нравилось. После этой маски лицо тоже было приятно. Катюш, спасибо, понравилось. Очередной бурлящий шарик, который пробурлил у моего ребенка. Вообще, он у меня любит всякие эти бурлящие шарики. Не помню, кто из девочек присылал. Просто мне присылали все девочки практически. Ему кладут бурлящие шарики. Я, честно, не знаю, какой от кого. Так, теперь совсем по-быстрому. Осталось чуть-чуть.
Для тех, кто со мной остался. Хочу маску показать. Вот которые маски 7 дней. Вот так они выглядели. Я приноровилась у зеркала сама себе накладывать. Муж наотрез отказывается уже. Боится этих масок. Почему взяла показать? Мне очень нравятся вот эти вырезы у глазок. Вы можете загнуть столько, сколько необходимо вокруг глазка. Вот когда оно вырезано снизу, очень классно. То есть вы сами этот разрез делаете. Потому что вот где гусиные лапки, я туда стараюсь тоже маску наносить. И маска, она получается как бы для области вокруг глаз тоже, ну чуть-чуть хотя бы, но захватывает. Покажу, но можно будет, было бы и не показывать. Маска для ног от Виленты, от Оленьки Крюковой. Оль, спасибо тебе огромное. Вот эта маска у нас, если честно, не получилась. Вот такие вот тапочки. Там была жидкость внутри. Дело в том, что у меня ноги беспроблемные. Мне такие маски нельзя. Мне нечего отшелушивать. И у меня был вариант либо маме сделать, либо мужу. Муж, когда узнал, что будет что-то там у него с ног сваливаться, шкура, он сказал, не, на мне не надо. А на маме тоже не получилось, то есть я на ней сделала, но тут надо было распаривать ноги, а она у меня сахарным диабетом болеет, ей распаривать нельзя. Вот, и, наверное, именно поэтому у нас с ней ничего и не получилось. То есть просто ножки подержали в теплой водичке, вроде бы и сделали, но как бы особого результата не было. Но я думаю, что это проблема в том, что мы сделали просто не по инструкции, неправильно. Аромат у меня в этом месяце закончился. Променад. Это аромат от Faberlic. Я его люблю. У него есть как любители, так и те, кто считает это просто аромат обыкновенного мыла. Но для меня это свежесть утренняя, такая утренняя, приятная свежесть, как будто я иду вот по побережью какому-то, и на меня летят брызги и прохлада какая-то вот от ветерка. Вот у меня такие ассоциации. Я люблю променад Faberlic. Ну, такой приятный ароматик. Ну, свеженький. Вот он такой свежий. У него мало любителей. Закончилась от Avon тушь Super Shock. Мне досталась какая-то такая, что такая щетка, что как-то она у меня особо и не раскрасилась. Обычно вот эти туши были прямо классные, ну вот у меня какая-то была обыкновенная, ну, без особых впечатлений. Так, что у меня осталось? Осталось у меня последнее средство. Это спасибо огромное Ксюше Станкевич тоже. У Ксюши есть свой канал, у многих есть свои каналы, у многих девочек нету, но вот у Ксюши есть. Она мне присылала, вы знаете, такую штуку. Сейчас я вам покажу, где тут написано-то. Вот. Вот здесь написано. Вот. То есть это пенящееся средство для ванн. И вот такое оно. Должна дать и цвет, и пену. Была эта пена, ну или вот... Вот это средство само в форме розового красивого сердечка. У меня, когда ребенок пошел купаться, говорит, мама, можно я покупаюсь в этом средстве? Я говорю, ну, купайся. Только говорю, давай уже мы с тобой его посмотрим на видео, как оно будет растворяться. Мы это сделали и сейчас вместе с вами посмотрим. Единственное, хочу отметить, что потом, вот как вы сейчас посмотрите, как пена образовывалась. Потом пена вся пропала и осталась прямо кристально чистая, розовая, красивая вода. И купался уже ребенок вот в этой вот красивой розовой водичке. Но я сама на этом прощаюсь. Вот такие были в этом месяце банки. Опять их накопилось слишком много. Надеюсь, я была полезна. Надеюсь, со мной было не скучно, вопреки моему хриплому голосу. Всем до новых встреч и всем пока. Проверим, как будет бурлить вот такое сердечко. Потому что я покажу в обзоре уже только коробочку. Очень интересно, как оно будет. Максимка собирается плавать. Держи, Максим. Ну, давай опускай, посмотрим. Будет ли пена, будет ли шипеть, бурлить. Какая она мягкая становится. Ой, смотрите, как. Подвинь.
Ага. Нет, ты опускай, опускай. Такая мягкая прям. Становится сразу. И пену дает вроде. А второй рукой попробую вспенить. Такая розовая. Ну что, бурлит? Ну, так плавненько. Она такая плавная. Потихонечку, да? Да, ну вот так. Сладенько. Ну, аромат вроде приятненький такой. Да. Приятный. Сильную пену не дает, но вот все равно водичка такая покрывается. Это надо вот прям сильно-сильно вот так попробовать. Вот так получается. Сейчас уже не так хорошо бурлит. Ну, не слышно шума. Да, она сейчас уже не бурлит. Ага, потихонечку тает. Ну, такое арома удовольствия. А пахнет хорошо? Да. А то у меня нос не дышит. Но пену дает все равно. Смотрите, хорошая пена получается. И медленно она тает. Замечательное средство, понравилось. Ксюша, спасибо тебе огромнейшее. Смотрите, как много пены. Полная ванна пены получается. Она не такая прямо, чтобы... Высокая. Да, высокая, которой можно фигурки строить. Но очень приятная, вот как арома для расслабления. Очень даже водичка приятно смотрится. И сама вода становится такая приятная, розовенькая. А если в кучку вот так сложить, ну, эту пену, то есть разложить, то будет похоже вот это молоко. Ага, вот такая прям молочная, приятненькая. Классно. Мне даже так больше нравится пенка. Угу. Ну, покажи, сколько там у тебя. А, вот еще и сердечко, смотрите. Еще продолжает. Классно, мне понравилось. Ксюш, спасибо. Рекомендую всем. Ну, все, Макс, не будем тебе больше мешать. Спасибо, что показал. Ага.